подпишись, ведь мы стараемся для вас. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 30 апреля окончание режима самоизоляции в России – не случайная дата. Об этом она сказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По ее словам, 30 апреля можно будет оценить эффект разобщения населения, так как пройдет два цикла по 14 дней. Дата 30 апреля, она абсолютно не случайна, нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней, цитирует ее РИА Новости. Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.